Добрый вечер. Новости 24 на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов. Короткий анонс о том, что вы сегодня увидите в нашем выпуске. Глава МВД России Владимир Колокольцев возьмется за наведение порядка в Дагестане. Об этом министр МВД заявил сегодня во время правительственного часа в Госдуме. Владимир Иванов назначен руководителем администрации главы и правительства Дагестана. На площадке бизнес-инкубатора «Переинновации» стартовал самый масштабный хакатон в области образования. Владимир Иванов назначен руководителем администрации главы и правительства Дагестана. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев подписал указ о назначении Владимира Иванова на должность руководителя администрации главы и правительства региона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства. На данном посту Иванов сменил Исмаила Эфендиева, которого назначили на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана. Глава МВД России Владимир Колокольцев возьмется за наведение порядка в Дагестане. Об этом министр МВД заявил сегодня во время правительственного часа в Госдуме. Депутаты обратили его внимание на то, что в Дагестане за последнее время были убиты 16 общественных деятелей и журналистов, а эти преступления до сих пор не раскрыты и не расследованы. Как передают ИАРЕГНУМ, Владимир Колокольцев рассказал о своей готовности продолжить наведение порядка среди дагестанской полиции, а также вести системную и комплексную работу в части выкорчевывания фактов о злоупотреблении руководства Дагестана. В заключение глава МВД отметил, что будет помогать в РИО главы Дагестана Владимиру Васильеву в наведении элементарного порядка, поскольку народ республики это заслужил. Между жителями сел Чуни и Цухти Плевошинского района вновь разгорелся конфликт. Проблема та же, что и прежде. Стороны не могут поделить источник воды, находящийся на их границе. Чтобы разобраться в ситуации, на место выехал советник председателя Народного собрания Республики Дагестан Зураб Тагибов. Вода – источник жизни, но в нашем случае она стала причиной для раздора двух соседствующих сел. В одном из них утверждают, что вода протекает на их территории, поэтому прав на нее у них больше. В другом же говорят, что они больше нуждаются в воде. Но итог один – от конфликта страдают обе стороны. Недопонимание между соседями длится уже около 10 лет. Яблоком раздора стал источник воды, которому проходят трубы от обоих сел. Чунинцы утверждают, что источник находится на их территории, на расстоянии 80 метров от границы с селом Цухти. Цухтинцы же приводят свои доводы на владение источником, предъявляя документы 80-летней давности. Конфликт разгорелся не на шутку. Между селами произошло уже несколько стычек, есть даже раненые. Чунинцы всячески сдерживают свою молодежь, настроенную решить вопрос силой. Чтобы эта проблема и конфликт решился без всяких эксцессов, без скандалов, надо республиканским органам решить раз и навсегда на своем высоком уровне, четко по закону. По закону Российской Федерации. Есть уставы муниципальных образований, есть законы водных ресурсов Российской Федерации. И там четко прописано, как и что. В нашем районе наша боль, вот боль всех, которые здесь присутствуют, боль всех – это то, что ни одна организация, ни одно учреждение властное в районе, ни одна структура не шевелится для того, чтобы решить вопрос согласно закону. Они решают вопрос так, чтобы было им полезно. Мы попали в такую трудную ситуацию, что нас никто не слышит. Народ готов на все, на любые крайности. Вот эти все наши женщины, видите, стоят здесь, потому что отсюда пошли бы мужчины туда, на этот источник. Всеми силами удерживаем наших ребят, потому что мы все матери, мы все болеем за своих детей. Но как сделать так, чтобы услышали наши чиновники, представители власти Левашинского района, не то, что, чтобы сделать что-то, они всеми силами препятствовали решению этого вопроса. Негодование чунинцев уже переливается через край. По словам жителей села, к ним вода с источника течет намного слабее, чем соседнее село. Причиной этому, по их мнению, является скрытно присоединенная труба к источнику. Чунинцы предлагали соседям разделить воду пополам, но соседи отказались. Теперь жители Чуни намерены пойти на радикальные меры. Вот неделя это народ и ночью, и днем постоянно вот здесь. Я тоже никуда не могу отлучиться, не уехать, не приехать. У них одно требование, Алхат говорит, у нас одно требование. Общее, говорит, с этими людьми, соседями мы ничего не хотим. Из-за того, что эти конфликты продолжались 40 лет,
Если общее оставим, если мы сейчас согласимся на твои уговоры отдать половину воды, эти проблемы еще хуже станут. У них есть, говорю, свой родник, метров 500 от нашего, который они не используют для сельских нужд. Пусть, говорит, они им проведут свою, а нам свою воду, отделить вот эту проблему. Уже другого пути не видим, кроме как сделать, граница уже обозначена, все, есть все документы, просто сделать в правовом поле, чтобы раз и навсегда этот конфликт закончился, потому что в таком тоне он будет вечно продолжаться. Дагестанское правительство, мы просим, пожалуйста, справедливо решайте этот вопрос. Если вот Ацухтинское, им отдайте, если наше, нам оставьте. Выехавший на место советник председателя Народного собрания Республики Дагестан Зорат Тайгибов попытался убедить чининцев сохранять спокойствие и не принимать опрометчивых решений. Он напомнил им, что по поручению председателя правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова на месте источника ведется строительство дамбы, предназначенной для снабжения водой обоих сел. Решение принято, чтобы уже эта ситуация, которая разъединяла эти два села, чтобы она ушла, чтобы она сделать, построить капитальную дамбу. Построить капитальную дамбу, новейшую дамбу, получается, не с десятки миллионов рублей, обозначены правительством. Я думаю, они будут учтены на 2018 год. И чтобы это решение вопроса было, вот эта дамба, она снимет все эти вопросы. Она будет уже иметь две составляющие. Одна составляющая будет переходить на территорию селения Чуни, другая составляющая будет переходить на территорию селения Цухта. По словам Тайгибова, одна из главных причин неутихания конфликта является попустительство местных властей. Они преуменьшают масштабы происходящего и оставляют конфликт без должного внимания. Она сама ситуация здесь, знаете, даже если решение какое-то на бумаге уже найдено практически, ну, сами люди уже до того уже были озлоблены, что они уже эти решения они фактически не видят. Они уже вот эти принципиальные между собой, которые разногласия сложились, они уже на них уже уходят. Поэтому, мне кажется, здесь для решения этого вопроса, здесь один вопрос, одно такое решение есть. Представители районной администрации должны быть ближе к людям. Они должны каждый, если надо, каждый день приезжать и в это селение. Я думаю, в том селении Цухта тоже такая же ситуация. Они равноценны, что здесь ситуация, что там ситуация. Абдулла Ариф Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Левашинский район. Мы связались с главой селения Цухта Абдулхаликом Абдулхаликовым, который дал свой комментарий относительно возникшего конфликта вокруг родника на границе с селом Чуни. Подробности конфликта между селами Левашинского района вы сможете узнать в итоговом выпуске новостей нашего телеканала. К другим новостям. На площадке бизнес-инкубатора «Переинновации» стартовал самый масштабный хакатон в области образования «Сабири университет». В Махачкалу съехались команды из Ингушетии, Чечни, Северной Осетии, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Состязаться за главный приз будут и представители Дагестана. Участникам дается ровно 3 дня, чтобы спроектировать университет будущего. Фокусироваться конкурсанты должны на технологиях дополненной виртуальной реальности и искусственного интеллекта. Возможность запрограммировать свой университет вы должны воплотить именно те идеи, которые вы хотите, в каком университете вы хотите учиться. Необходимо очень много всяких девайсов, упрощающих и объединяющих, значит, молодежь. На сегодняшний день университеты не обладают даже какой-то своей электронной площадкой, которая может там одним кликом передать информацию всем. Там огромное количество девайсов от даже возможности введения своей внутренней валюты. Команды, занявшие первые 3 места, пройдут в финал, где будут оценены общим экспертным жюри конкурса. А победитель получит инвестиции в свой проект от 10 миллионов рублей. Хакатон проходит еще в 5 городах России – Санкт-Петербурге, Москве, во Владивостоке, в Томске и Ульяновске. Республиканский детский этнографический фестиваль «Азбука дружбы» стартовал сегодня. Организатором выступило Министерство по национальной политике Республики Дагестан. Главная цель – гармонизация межнациональных отношений, сохранение и развитие национальных традиций, а также воспитание этнокультуры школьников и молодежи. На фестивале побывала Ума Ибрагимова.
На улице ноябрь, на берегу Каспийского моря невероятно холодно, но ни пасмурная погода, ни морской ветер не помешали объединению школьников из всех субъектов СКФО. Они собрались здесь, в городе Избербаш, на базе отдыха «Солнечный берег». Национальные танцы, колоритные песни. Именно с них начался фестиваль «Азбука дружбы». Фестиваль, на котором школьники и гости из каждого субъекта СКФО демонстрируют традиции своего края. Показательные выступления на открытии подходят к концу. Дети аплодируют, гости с восторгом пускаются в пляс. На площадке центра собрались представители различных субъектов СКФО и дагестанских учреждений. Среди них Ахмед Рамазанов, ученик кадетской морской школы-интерната в Каспийске. Приехал посоревноваться. Я буду соревноваться вместе со своей командой. Мы будем обдумывать всякие техники. Будет знакомство между молодежью, будет знакомство между представителями образовательных организаций. Это позволит в перспективе, значит, приглашать на подобные же мероприятия и к нам в республику, и участвовать в подобных мероприятиях в соседних республиках СКФО. К открытию фестиваля организаторы готовились долго. Пристальное внимание уделялось мельчайшим деталям, вплоть до его названия. Вы знаете, самая первая книга в школе – это «Азбука». И мы хотим, чтобы этот детский этнографический фестиваль в области патриотического воспитания и в области формирования общероссийской идентичности была «Азбукой», то есть первой книгой жизни молодого гражданина нашей республики. Школьники и студенты пробудут здесь 3 дня. Образовательная часть состоит из лекций и практической части. В каждом шатре проходят мастер-классы. К примеру, здесь студенты медицинского колледжа имени Башларова показывают, как нужно оказывать первую медицинскую помощь. 2 вдоха и 10 компрессий. Также любой желающий может померить свое давление. 110 на 70. Правилами 3П – послушал, почувствовал, потрогал – руководствуются студенты медколледжа. А в следующем шатре преподаватели художественных факультетов показывают, как лепить из глины черепаху, коня и других животных. Пылью или чем-то надо, или печкой, на печке сушить надо, эту форму сушить надо, они влажные уже. Представители делегации из Карачаева-Черкесии заинтересовались лепкой из глины. Для девушек это новое и абсолютно не развитое в их краях ремесло. Все равно интересно и вот что-то она, похожее. Вот, поэтому вот я очень боюсь, что у меня сейчас получится либо хинкали, либо манты. У Махан Ибрагимов мастер лепки из глины. Говорит, что если новичку для подобной работы необходимо 2 или 3 недели, то ему хватает пары часов. Но слепить это еще не самое сложное. Сушить надо некоторое время, потом ее некоторое время на декорацию, потом же обжиг, все остальное. Фестиваль продлится до 10 ноября и, по словам организаторов, будет не последним. Ума Ибрагимова, Джалал Магомедов, телеканал ННТ, Избербаш. С коротким обзором новостей Лариана Шамхалаева. Общегородская молодежная ярмарка вакансий пройдет в Махачкале. Мероприятие состоится 9 ноября в 14:00 на площадке Национальной библиотеки имени Расула Гамзатова. Молодые люди смогут пройти экспресс-собеседование для отбора в более 20 крупных отечественных компаний. Варианты трудоустройства предложат в том числе и гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Дагестанка Афият Алиева вышла в финал всероссийского конкурса «Доброволец России-2017». Сейчас Алиева находится на первой строчке с отрывом 70 голосов. Поддержать девушку можно, проголосовав на сайте «Доброволец России». Дагестанка благодаря своему проекту планирует собрать волонтеров «Победы» из нескольких регионов для координации идей и взаимодействия в различных вопросах. Иллюстрированный русско-ногайский календарь на 2018 год тиражом 500 экземпляров издали в Дагестане. Он украшен национальными узорами. В календаре содержатся ногайские пословицы и поговорки, шарады, загадки, тексты песен и молитв на ногайском языке. Помимо этого приведена историческая справка, словарь основных ногайских слов и словосочетаний. Дагестанские каратисты завоевали 15 медалей первенства России в Самаре. Это 3 первых, 6 вторых и 6 третьих мест. Дагестанскую сборную по киокюсинкай и карате представляли воспитанники спортивных школ Махачкалы, Дербента, Хасавюрта и Кизилюрта. Всего в состязании приняли участие 480 каратистов из 46 регионов страны. О спорте. В спортзале автодорожного колледжа прошла товарищеская встреча по баскетболу на колясках между махачкалинским клубом «Скала» и командой «Ламан-Ас» из Чеченской республики. Игра, длившаяся 40 минут, завершилась минимальной победой гостей 40-42.
Баскетбол на колясках считается одним из самых зрелищных видов паралимпийского спорта. Товарищеские игры призваны популяризировать это направление на территории Дагестана. Местный клуб «Скала» основан еще в 2011 году и ежегодно успешно реализуется как проект Всероссийского форума «Машук». По возможности спортсмены выезжают на различные турниры, занимая там призовые места. Для самих представителей команды увлечение баскетболом – это не только вид спорта, но и досуговая и реабилитационная площадка. Спорт, по их словам, является отличным средством социализации инвалидов. Встречу команд посетил временно исполняющий обязанности министра по делам молодежи Магомед Курбанов, председатель молодежного парламента при Народном собрании Сергей Никитин и другие гости. Поддержало мероприятие и руководство Федерации дзюдо в лице президента Шарухана Абдулатипова. Организаторы планируют проводить показательные игры по разным городам и районам Дагестана. Ну и курс валюты на завтра. Доллар 59 рублей 24 копейки и евро 68 рублей 7 копеек. Оставайтесь на нашем телеканале, смотрите наши новости на сайте nntv.ru. Всего доброго!